Тема нашего видеоролика – закон Ома для переменного тока. Начнем с основ. Что такое переменный ток? Переменный ток – это электрический ток, который изменяется с течением времени по гармоническому закону. Мы в дальнейшем будем изучать вынужденные электрические колебания, происходящие в цепях под действием напряжения, гармонически меняющегося с частотой омега по синусоидальному или косинусоидальному закону. Давайте запишем эти законы. У равно УМ на синус омега Т. Это синусоидальный закон. И У равно УМ косинус омега Т. Это косинусоидальный закон. И мы видим, что УМ у нас амплитуда, а омега это циклическая частота. Если напряжение меняется с частотой омега, то и сила тока в цепи будет меняться с той же частотой. Но колебания силы тока не обязательно должны совпадать по фазе с колебаниями напряжения. Поэтому в общем случае уравнение будет выглядеть так. И равно И максимальное умножить на синус омега Т плюс фи с индексом С. Ну, фи с индексом С – это разность фаз. А теперь приступим к основному части нашего видеоролика, а именно закон Ома для переменного тока. Рассмотрим цепь. Цепь у нас будет состоять из последовательно соединенных элементов. Это резистора, катушки и конденсатора. Подключаем внешнее напряжение. Следовательно, у нас будет напряжение УР, УЛ, УС. Так как у нас элементы в цепи соединены последовательно, У у нас равно УР плюс, следовательно, напряжение, то есть у нас равно суммированию. То есть это напряжение на резисторе, на катушке и на конденсаторе. Во всех последовательно включенных элементах цепи изменение силы тока происходит практически одновременно. Так как мы знаем, что электромагнитное взаимодействие распространяется со скоростью света. Поэтому можно считать, что колебание силы тока во всех элементах последовательной цепи происходит по закону, именно косинусоидальному закону И равно И максимальное умножить на косинус омега Т. Амплитуду колебаний напряжения в цепи переменного тока можно выразить через амплитудное значение напряжений на отдельных ее элементах, воспользовавшись методом векторных диаграмм. Вот у нас имеется векторная диаграмма. При построении векторной диаграммы необходимо учитывать, что колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока. Поэтому вектор, изображающий амплитуду напряжения УР максимальное, совпадает по направлению с вектором, изображающим амплитуду силы тока И максимальное. Вот, мы видим, что они совпадают. А колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе на пи пополам от колебаний силы тока. Вот, на угол 90 градусов. Поэтому вектор отстает от вектора на угол 90 градусов. Колебания напряжения на катушке опережают колебания силы тока по фазе на пи пополам. Поэтому вектор опережает вектор на угол 90 градусов. То есть мы видим, что напряжение на катушке и L максимальное опережает И максимальное на 90 градусов. Следовательно, мы можем записать, так мы видели раньше вот эту форму, при последовательном соединении. Вот. Запишем, что U равно UR максимальное умножаем на косинус омега Т плюс UL максимальное умножаем на косинус омега Т и прибавляем угол пи пополам. Так как опережает. И прибавляем напряжение напряжение на конденсаторе максимальное косинус омега Т минус пи пополам. Так как
так как отстает на 90 градусов. Вот видим. То есть тут минус направление, тут плюс. Вот. Следовательно, запишем так. У М векторная. Ну, мы видим из графика, что у нас у РМ и у МЦ плюс у СМ по правилу параллелограмма вектор у М у нас будет складываться у РМ плюс у ЛМ плюс у СМ. Это все в векторной форме. Ну, по теореме Пифагора гипотенуза у М будет равна корень квадратный у РМ в квадрате плюс у ЛМ минус у СМ. Нужно не забывать, что мы берем проекцию. Поэтому у нас здесь ставится минус. Следовательно, у нас есть известный закон Ома. Это И равно У поделить на R. Следовательно, У равно И умножить на R. И это сила тока, умноженная на сопротивление. Следовательно, мы можем записать, как И из формулы И М, максимальная амплитуда, записывается. У М равно И максимальная, умножаем на сопротивление. Это, и все это в квадрате. Плюс И максимальная XL. Я сейчас скажу, что такое XL. И ИМ умножаем на XC. Ну, XL это у нас сопротивление на данной в цепи у нас катушки, которая равна омега умноженная на L. L – это индуктивность. А XC у нас равно единице делить на омега L. О, извиняюсь, омега C. C – это емкость конденсатора. Ну, видите, XC – это сопротивление на конденсаторе, которое равно единице делить на омега С, где С – емкость конденсатора. Следовательно, вот эта наша формула перепишется в таком виде. Ну, мы можем сразу ее упростить. И у нас ведь везде в квадрате, соответственно, мы можем ее вынести за знак, за корень. И формула будет выглядеть так. У М и М равно корень из R в квадрате плюс, подставим сюда, чем равно XL и XC, и плюс омега L минус единица поделить на омега C, и это все в квадрате. Сейчас мы запишем формулу, которая будет напоминать общий закон Ома. Посмотрите, и М, ой, простите, нет, все правильно, и М равно у М поделить на корень R в квадрате плюс омега L минус единица поделить на омега C. И это все в квадрате. Вот этот корень, это все равно Z, где Z это у нас полное сопротивление цепи. Вот этот корень. Вот. Полное сопротивление цепи. А, конечно же, для переменного тока. Следовательно, общая формула у нас будет выглядеть так. В более упрощенной форме. И М у М поделить на Z. Полное сопротивление цепи. Вот. И эта формула называется закон Ома для переменного тока. Что мы хотели для вас вывести.